пойдет. А, давай, давай! О, Сережа, найс, 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 найс! Вот это я сделал трюк! А, это лол, это троллинг. То есть карта нас троллит, да? Вы сейчас просто, когда доедете, вы просто охренеть от жизни. Ёпта! А вот, уже охренел от жизни. Серьезно? Вы чё, дурки, что ли? А давайте под этим видео наберем много-много лайков, ведь это был скилл-тест с горизонтальными дырочками, и он был очень крутой, и да и на спорткарах, вообще класс. Окей, хей-йоу, ребятки, с вами Такс, Варпач и Алекс Фокс. И мы сегодня проходим скилл-тест на Т-20 и на многих других. Вау! А ты сейчас здорово, чуваки! Ой, меня... Вау, что за дрянь! Сверху на меня приземлились, я взорвался, чё? Кирюх, это я на тебя приземлился, я тебя взорвал. Ты красненький, да, был? Да, красненький. Да, это я тебя взорвал, прикинь! Вот это карма! Это просто лол. Санёк, как ты видела? Я за тобой лечу, как бы... Лети, так, лети за мной, так, так, так. Отлично, главное хорошо. Главное, главное не взорваться, главное... Главная задача — это не взорваться. Во, я встал на четыре колеса, Главное не взорваться. Тихо, дайте перевернуться, пацаны, дайте, пацаны, перевернуться, отлично. Не, Лёша, надо покататься дальше. Нет, ну я не хочу на крыше ездить, хватит, пожалуйста, ради бога. Это просто живи или умри, получается. Живи или умри, реально, с челяда спуск. Вот, все. В общем, наш скилл-тест закончился, спасибо, что смотрели данный ролик. Можно уже на 4 колеса, пожалуйста, встать? Я не могу этого сделать. Ты, Кирюх, понимаешь, я просто еду на крыше до сих пор. До сих пор? А вот Саша Фокс догнал Сашу Фокса. А я застрял в камне, чёрт! Оп! Я застрял в камне! В смысле? Я упал именно... Как? Я сюда выехать не могу. Как ты мог застрять в камне? Я застрял в камне, вот как Артур. Давай, корыто, разворачивайся. Пацаны, Артур, это самый невероятный скилл-тест, который я видел. Вы понимаете, тут непонятно, куда ехать вообще. То есть, ну, нам дали возможность спуститься с горы, а дальше говорят, ну ищите. То есть здесь нужно найти еще, куда ехать. Представляешь? Во, полегче, чувак. А куда вот ехать? Я не знаю, но мы ищем. С другой стороны спуститься. Но я... Это более лайтовый такой. Так, я предположительно понял, куда нужно ехать, но... А что там делать? Я что-то не особо пока что выкупаю, пацаны, тихо. Я добрался до самого низа и взорвался! Серьезно? Я врезался в дерево просто с чуть-чуть разгона. Так, окей, мы подъезжаем к нужному нам месту и смотрим, пацаны, что же там такое? Что нам затаила игра? Что же там такое? Покажите мне. Главное было мне не взорваться, потому что нужно было объехать по берегу. Кирюха, если что, по берегу там, мог? Я понял, окей. Можно было поехать, блин. А я по горе, кстати, поехал. Я тоже. Итак, я беру первый чекпоинт. Ну что, просто, поехали просто к следующему спешишь, чекпоинту. Моя позиция 11-я. Ваши чуваки какая? Как понять, что он сделал? Я 18-й, я спускаюсь, ёп. 18 мне уже позиции. Да. Эй! 18. Я умер, кстати, точно на волне. Блин, ну волна — это опасное. Очень опасное существо. Подожди. Так, объезжаем волны. Чуть бы раньше сказали, потом оказалось. Там, короче, дальше с разгоном нужно ехать и под наклоном ставить. Тихо, не утони, не утони. Так. Не топи, меня, волна, не топи меня, волна. Я хочу проехать, да? Сука, да что ты катаешься? Нет. Со мной Т-20 катается. Нет. В смысле? Узкая, просто дырка узкая. Какого? Это нормально, пацаны, когда дырка узкая. Я плыл сейчас на волне, перед чекпоинтом в 2 метрах сдох от него. И как я сдох? Так. Какие ваши успехи? Нет. Как зашел этот? Около вас. Как зашел этот? Как он? Астероид-то этот, человек-астероид-то? Какие ваши, типа, какие ваши что-то там в эти? Сказал, вот эти по красному. Я понял. Шварценеггер, вот, типа, он зашел, типа, какие ваши что-то предложения, предположения. Что он сказал? Я не помню точно, что он. Напишите в комментариях, что он сказал. Так, у нас тут дырка с разворотом, окей. Так, го-го-го-го. В эту дырку я не попал. А как? Ясно, спасибо, ребята. Ясно, я сдыхаю на волне. Ты сдыхаешь на волне. Ты сдыхаешь на волне. Так, окей. Ну ты всегда на волне, я всегда на волне. Там можно проехать, да? Оу, ноу, гайс, надо как-то, короче, сильнее разворачиваться, Болотов, я не знаю. Болотов красавчик просто! Болотов всегда эту... красавчик. Знаешь что, короче, залетаю в эту узкую дырочку. Ага. И Болотов переграждает мне, знаешь, типа, не-не-не-не, куда проехать. А, типа нельзя проехать, окей, я понял. Да, типа, знаешь, он еще и красный такой, типа, куда пошел? Где? А, давай, давай! О, отлично. Сережа, найс, 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 найс! Вот это я сделал трюк!
Вот что, это! Этот там типа крутой, да? Вы типа? Видели, я такой скейтер, просто, мне просто, дайте мне мой трэшер, о, дайте все, мне мои еду. Эти вансы, все, я скейтер сегодня снова, пацаны. Я больше не скейтер. Все, можно фараона слушать, я скейтер. Пускай даже позером буду, но лучше скейтером. О, тихо, не умри, хорошо. Тихо, тихо. Ой, не умри. Тихо. Не умри, не умри, не умри. Не доезжаю, нет. Я прям вот у волны, прям у волны, прям у волны. Возьми, возьми. Взял, и я заглох. Я тоже перед волной заглох, кстати, это было обидно. Лови волну. Итак, все мы здесь сейчас на этом волрайде. Он очень адский, он очень потный. Но я знаю, что нужно здесь брать повыше. Главное, нельзя, нельзя здесь нельзя брать повыше. О, а я с первого раза прошел, Вол. Сашок у нас там это, кстати, облупился, обломился. Я тебя послушал. Я тебя нарисовал, чтобы вот мне не... нарисовать. Говори мне, никого не слушай. А родителей ты, Сань, слушал? Нет. Вот нет. И вырос вот такой. Вот и вырос Саша Фокс. Тебя просто улица воспитала. Его воспитала это. Курица. Ой! Курица. Ой, ну улица, улица, я говорил. Нифига себе. Ну типа петух его воспитала курица. Молодой человек, ты языков видишь. Нет, это не потому, что какие-то это личностные шутки, это реально. Ну то есть, если ты петух, значит, тебя должна была воспитать тот. Ну, кстати, да, это так, если по шутеечкам, это все верно. То есть это... А как на рампу заехать? Езжай! Это была карма, кстати. Да, это Это мгновенная карма. Ты сейчас, Кирюха, не как будто пытался что-то сказать, а как будто рыгнул так. Да. Смачно. Не могу заехать нормально. Услышал, на рампочку. Да, так? Ставьте лайк, если вы услышали, как Кирюха рыгнул, а не пытался так сказать. Да я пытался сказать. Я не могу залететь нормально на рампу. GP1, походу, не предназначен для этого. GP, 3GP. Нормальный формат. Ставь лайк, если в 3GP видосы смотришь наш. 3GP, это ж какой старый формат. Это очень старый формат. Очень старый. Очень. Я дальше просто не знаю, пацаны, что нам может еще там предвещать эта гонка. Это просто может быть реально кек или лол. Скорее всего, какой-нибудь, да. Так, вижу так, еще так, один кек и лол. О, нифига себе, молодежный слэм. Да капец, я на вторую рампу залетаю, вылетаю. Дальше? Ну, сука, ну я ехал и... выше. Ой, Сань, ты куда там дальше? Ну куда там дальше? Ну какого хрена? Я что-то не понял опять. И все, я упал сюда снова вновь. Вот так вот происходит следующее событие в моей жизненной циклизации. Циклизация! Если быть точнее, я бы попал уже давно в эту нужную дырочку. А ой, не стоял я бы... задом еду! Нормально. Так, найс. Еще раз. Держись! Вау! Прости. Сашок, ну ты... Да, ты меня мог спасти! У тебя был выбор, понимаешь? Да вся капец. Наша жизнь — это выбор! А ты выбрал меня столкнуть! Конечно, видимо, твоя психотравма детская на тебя влияет, когда тебя все сталкивает, да? В самый верх. Либо ты в трубу выбираешь. Нет! Подожди, а я в трубу не заехал! Твою, сука, душу мать! А как наверх там? Там сложно, то есть... Какого хрена? Подожди, это надо прям на рампу подняться туда? Нет, там надо в ближнюю, Кирюх, ты в дальнюю уже решил полететь. Ты не в ту полетел. Надо было в самый верх, короче, подумал. А может я не понял, подожди. Смотри, Сережа матерится. В чате. У меня часть экрана обрезана, написано Асири Спидов. Спидов. Последняя буква английская. Ставь лайк, если не любишь пидов. Пидофов. Да не буксуй ты, ну езжай ты, корыто. 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 Старуха у разбитого корыта-та. Тра-т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 а. Слушай, там дальше никто, по-моему, не прошел. Дальше вообще какой-то должен быть избранный человек, который это пройдет. Понятно. О, точно мы с Сашей заехали. Куда, туда? Туда, да. Не взорвись. Мы с Сашком там, как мы взяли чекпоинт, лол. Как? Я чисто там, там короче, просто тормози тормозить под конец и заезжай на край. Там я надо так прям сделал. На край заехать? На эту, ну там же получается дорога же, из дороги да, сделана да, боковина, да. То есть на нее заехать как-то. Наверх прям, я понял. А, это лол, это троллинг. Да, я понял. То есть карта нас троллит, да? А там кто-нибудь проехал? Стоять, сука! Блин! О, нифига себе, какого колеса. Нет. Нифига, нажмите Z. Пацаны, нажмите Z, посмотрите, у меня с Никсоном 588 минут отрыва. В смысле? А, да. И Виптор это тоже 588. Видите, да. Охренеть, вы что, они что там охренели? Охренеть, это вы что там охренели? Во, вот как надо это было делать, походу. Они в каком этом?
Они в каком измерении? Они на другой планете, где час длится это. Где у них час длится 10 минут наших земных, да? Да. Ставь лайк, если бы подрочил на этой планете. Интерстеллар. Сколько там получается часов оргазма? Я не знаю. Вы сейчас просто, когда доедетесь, вы просто охренеете от жизни. Ёпта. А вот, уже охренел от жизни. Серьезно? Вы чё, дурки, что ли? Я чё, как это пройти должен, Циё? Офигеть, просто. Как это, Сань, пройти? Скажи, ты чё там? Там, короче, щель и... Она прям узкая, приузкая, даже азиатские дырочки тут это... Давай, я заехал. Я взорвался, бля! Вы не поверите, что произошло! Чё? Я залетел наверх, остановился на зелененькой штучке и просто упал. Я так же думал, что у меня произойдет. Я прикинь, я пролетел и... Пролетел реально, в прямом смысле. То есть я как бы залетел в эту узкую дырку, а не смог. А что там, узкая прям дырка? Да, ну я упал на боковину, вот. Соответственно, я взорвался. Ну хотя у меня не было, в принципе, даже шансов, рядом, наверное, там дыркой, проехать. Рядом с дыркой потерся. Ставь лайк, если любишь треться от дырки. Я люблю. Оп! Мимо. Что там вы так смеетесь над дырочками? Да ничего, Саня говорит, ставь лайк, если любишь треться от дырки. Ну я люблю, да. А кто не любит? О, да. О, да. Такой Кирюха. Проказник, проказник Кирилл, да? Да, ой, да. Тихо, так. Тихо. Не надо секси шуток. Так, заберись, давай. Так, ну здесь, то есть, по центру тобишь, да? Ну окей, попробуем. Да и что ты, сука, не заезжаешь? Там непонятно. Ну тут как повезет, ты, я знать. Да. Давай! Да ты дурак, что ли? Ну ты дрянь, ты плохой, плохой ты человек, Иваныч. Ну как ты мог? Ты же был инженером великого сия Руси, общества с ограниченной ответственностью по инженерным вычислениям среди волрайдеров в GTA 5 онлайн, и не смог ты вычислить. Ты что придумал? Проходитель ты, 3000, запатентовал, а я... Рот твой. Патентовал. Патентовал, да. Ставь лайк, если патентуешь чужие рты. Своим этим. Дырку, короче, попал. Взорвался. Я не взорвался. Я, короче, вниз, лечу, думаю, сейчас приземлюсь, и пух вылетел с нее. Дрянь, ну я не могу в это попасть, Это скилл-тест тролль или Кирюх, ты понимаешь, что это скилл-тест тролль? Да. Да. Скилл-тест тролль. Я, походу, уже шаман понял, ушел. Шаман не нашаманил тут. Так, ладно, на левой стороне. Прошел! Ну ты... Что, гонишь? Санька любитель дырочек. Ну ладно, Саня, сейчас я пройду. Смотрите, попадаю, Саня прошел, я пройду. Не может Саня физически, не то что в априори, Саня пройти передо мной. Что это такое? На Саня потому что попадает. Я-то по-украински замову-то замовлю, да? Да не буду это по-украински мову-то мовить. Да что ты не заезжаешь? Давай. Ой, слушайте, реально замовил-то по-украински мову-то я. Ты Саш прошел, потому что. Так. И шо, блядь? Какой ты дерзкий. Это я тебе бачил, что... Ты не надо так дерзить. Ты лети, пожалуйста. Я ж тебе любя, брат. Ну как? Я не знаю. Я... Хотя я понял, в принципе-то. В принципе-то, зачем я это делаю сразу? Там нужно не по центру. Там нужно не по центру, а слегка справа. Я слегка слева беру. Да. Это не точно. Или точно. Давай. Смотрите, как близко было! Смотрите, как было близко! Так, а подождите, а тут я наверх, когда забрался, что там дальше делать? Я не знаю, Кирюха. Рвать волосы на яйцах, ну... Это уже сделал. Дальше следующий шаг. Следующий шаг самоубийство. Потому что меня подтолкнули вот... По ускорению или как? Что? Что сейчас было? Что за невидимая дрянь произошла со мной? Да это все Дамблдор. Дамблдор звучит как оскорбление. Олег звучит как оскорбление. Дамблдор. Двойные двери. Дверь мне. Найс. Прошел. Отлично. Найс. Просто найс. Да, что такая дырка. Го. Давай. О, как хорошо-то у меня все получаться начало. Давай. Начало. Куда? Подожди, что за обман? Куда? Я-то не понял. Подожди.
Что за троллинги? Не попал. Нет, я понял, короче, да, что сюда. А чекпоинт где? А, лол! Как серьезно? Там Волрайт спрятал. Что? Куда его засунули вообще? Я ж его даже не видел. Это лол. Такого лола я еще не видел. И не сюда, как? Аж кекнуть хочется. Она подожди. А куда? И что, опять уго... Просто так. Опять троллинг, пацаны, там надо было тормозить. Сука. А, я забыл тебе сказать, да. Ну, Саша. Что в крысу-то так? Ну, ты хочешь, да, чтобы все попали, да, в итоге? Все понятно. Ах ты, юный коллектор. Любитель давать. Любитель давать, да. Курицей воспитанный, Саша Петушок. Чё, дядя? Дядя! Го-го-го-го-го-го-го-го! Вот так вот, Херакс, давай. Сейчас получится. Давай, подъезжай ко мне. Что за неудачная попытка, ребята? Подъезжай, Лёх, подъезжай к нему. С радостью, брат, с радостью, если бы смог. Так. История о том, как Алёша смог. Смог. Именно смог. Ставь лайк, если у тебя смог над городом висит. Смог, да. Смог. Питерский смог. Над Лёшенькой бежит. Питерский. И качает. Питере пить, Питере пить. Да говно ты собачье! Да я опять залетел на эту рампу. А ты почему собачье? Что, кошек не уважаешь? Мяу гав. Мяу гав. Ты пидор. Пидораф. Мяу гав, ты пидораф. Да, 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 именно. О, задом поеду. А почему так много времени расстояли между ними? Они что, там на финише у нас ждут, что ли? Я просто, знаешь, не понятно. Просто, как, я не знаю, они на другую планету улетели. Они нашли секретный проход на другую планету, на которой, если мастурбировать, то одна минута будет равна 10 дням. Земным, суточным. А ты сколько можешь? 10 дней. 10 дней просто, да? Нифига себе. Скилл-тест, прикинь, проходить нам. Полуторачасовой скилл-тест на той планете проходить, вернулся обратно. Тут уже все померли твои друзья. Прикольно. Прикольно что. Уже поколение поменялось. Тут уже ютуберы, да, на новых надо подписываться. А ты старых еще не успел досмотреть. Ой, лол. Ютуб какой-нибудь. Да. Что тут на... Ну этот скилл-тест просто пока не до... пока вот сам не столкнешься, то есть чекпоинт? Этот скилл-тест учит учиться на ошибках, как бы это метаморфозно не звучало. Ребят, там надо в дырочку попасть или куда, я не понял. Как суть говоришь? Я, да, все, я понял, куда надо. Ищи меня в дырочке. Ищи меня в дырочке. Ищи тебя в дырочке. В дырочке, 2006. Ну типа понял, ВКонтакте. Угу, так, оп, оп. Еще чекпоинт, и опять мимо, и опять мимо, да сакей лол такой лол. Отлично, я тут прохожу, и мне хорошо. Сука. 13-14 чекпоинтов, и мне хорошо. А, вот как это надо было делать. Фига, а, быстро. Да, они на финише стоят, шаман, куда толкаешь? Ничего ты, шаман. Вау, чувак, мы разлетаемся с тобой. Саня, с тобой ты на финише, 9-20 всего. Чувак, мы оба не долетаем, подожди. Или нет, или долетаем. Шаман, столкнешь меня? Сука. Я знаю, как это делать. Что за хрень? Короче, мы на стенку тут. Это лол был! Что такое? Чё мы там? С чуваком вместе летели в воздухе, прям в притычок так, знаешь. И короче, притычок? Это... Да, и оба перелетели. Оба перестарались мы очень сильно с ним. Шаман, так он же шаман на той шаман, чтоб шаманить, нет? Я бы в жизни не догадался, что нужно эту херню использовать как трамплин. В смысле? А какую? В конце, там, перед финишем, кольцо. Кольцо? Кольцо счастья. Позвольте пошутить про одно колечко. Лол, подожди, это надо пролететь? Тут надо все пролететь, тут вообще дичь. Тут полнейшая Леха, дичь. Леха, ты прошел узенькую дырочку? Я узенькую-то давно прошел, которая это, да? Развернуться надо в воздухе. Да. Разворачивайся перед дыркой, сразу тебе лайфхак даю. Перед дыркой? Это просто машины стоят. Я думал, ты возле финиша нас ждут, открылся. У меня один вопрос, как вообще попасть на эту дырку? Вы не поверите, куда походу забираться. Чуть левее или правее от центральной рисочки, которая там рисонька нарисована. Ребята, угадайте, куда нам нужно забираться на финиш. На гору Челяд. Да. Еее, кайф, обожаю. И я четвертый при этом еду, нафигайте. Так, а тут что? О, я залетел. Я сорвался в дырочке, сука. Подожди, что, серьезно? Вот так вот значит? Лол. Я взорвал, я попал в дырку и взорвался. Сука, кто здесь дерево посадил? Держись, держись, паскуда, мразь, урод.
Слова плохие, дурак, не повторяйте. Если вам мало лет, ребят, не повторяйте за нами плохие скверные слова. Родители надают вам по попе. А если вы умный, адекватный подросток, то долбитесь в сраку. Сейчас просто люди, знаешь, так послушали и пошли такие: а Леха сказал, надо долбиться в сраку. Ну и Саша же послушал когда-то. Я опять пролетел, я опять взорвался. Когда зашла шутка. Это не шутка, это он не долетел. Это не шутка, это правда, да, Саня? Я уже два раза пролетел в эту дырку. Подожди, а здесь как? Это что такое? Это рыто. Какой лол, блин. Лол, кек, чебурек. Кек, лол, арбидол. Давай, разгоняемся. Мне кажется, я зря этой дорогой поехал. Я не смог это повторить. Как там делал шаман, шаман, шман. Как это делал шаман, шман. Это все шаман. Это все шаман. Нашаманил тут, посмотрите на меня. Да сука. Сука. Твоя сука такая тупая. Так, разгоняемся. Подожди. Да я не понимаю. Да как, подожди, там вылетать? В какую сторону? И шо... Блин. Как из этой центрифуги-то вылететь? В какую правильную сторону? Как судьба решит. Тому просто. И как тут-то? Еще раз уйду. Алло! Не догадался. Конечно, взорви. Да когда? Я не понял! Да я не понял! Вообще не понял! Что это такое? Подумай еще раз. Че, Леха, смотри. Он в эту сторону крутится. Крутится, вертится, шар голубой. И финиш. Нифига, это что, финишировал? Да. Фига. А там такой финиш, короче, такой, там нельзя остановиться. Нельзя остановиться? Да. Да капец, да и что ты будешь делать? Да что ты, давай! Ну давай! Ну отлично, за 2 часа. Ну шаман! Так это теперь поможем маленькому таксу. Ну это такие шутки себе. Маленький Саша. Так. Когда вы были маленьким, вы были Сашей. Верно? Да. Це дедукция. Да. Вот. Вылетай. Нет, блин. Вылетай, блин. Что ты творишь? Да там на изи. Не так ты делаешь. Не так. Да я понял. Я не понимаю, где я кручусь в этой центрифуге. У меня, может, вестибулярный аппарат очень хороший. Бррррра! Тино! Я понял, как это нужно сделать, но вылетел хреново я. Разогнался и еще раз прыгнул. Со скалы! Соске! Соске! На моем ледяном соске! Волосатый конь зарос. Единорос. Так, а вот если сюда. Вот так вот чуть-чуть. Как это весело. Мне это очень нравится. Ой, я выжил, отлично, я прошел дырочку. Кирюха прошел дырочку. Поздравляем юного Кирилла. Он великий проходитель дырок и дырявок. Подожди, а дальше есть что-нибудь сложное там после дырочки? Занесло. Варпач-читер. Варпач-читер. Вы видели, что пишут в чате люди? Варпач-читер. Там потому что Нептун уже миллион раз пробует пройти, у него не получается. Так он Нептун, он водный, он может поплавать. Ну. Он такой, знаешь, он прыгает. Со мной пытается пройти и такой пишет, как надо. Я прошел, он нет. Прыгай. Возможно. То есть надо где-то раньше, да? То есть не вертикально. Ты я понял. Понял, чуть не вертикально, чуть раньше выпрыгиваешь. Нет, ты переборщил, мне кажется. Да, я знаю. Сейчас тут центрифуга начнет крутиться, как в стиральной машинке мои носки грязные крутятся. А там в рампе не надо останавливать? Ну вот дурачки. А он вообще не знает, он в правильную сторону-то вообще крутился? Он не в ту сторону летит, он хочет, наверное, обратно. Я понял, да. Подожди, а как с этой рампы спуститься до чекпоинта? Что там дальше-то делать? Так занесло, так оно заносит его. Как это сделать? Тогда более ближе к этому делаешь. Я понимаю, что-то вот один раз фартануло, один раз ты не шо, зашло. Ты что, неразумный? Давай, давай. Что ты бачишь? Что ты бачишь? Так это, что ты тут, крози я? Это труп. Труп. Это труп. Не трогай, воняет труп.
Нет, ну нормально было, просто не там вылетел. Вверх, да, слегка, понимаешь? То есть надо, да, слегка, чтобы он по касательной шел, а это сложно. А ты не надо на дно. Подожди, я не в ту сторону, сорян, бро. Вылетай. Подожди. Вот. Вот ведь... Imagine! Мы с тобой летали вместе не для того, чтобы здесь друг друга мешать! Imagine, уйди отсюда! Это что за голос басовый слишком? Как я взорвался! А собственный бампер, бампер слетит такой в меня, бампер мой, летит. Меня взорвал. Бампер летит. Бампер летит. Летающие бампера, только по предзаказу. Всего за 2999. Дешево, брат, дешево. Они ж летающие. Очень дешево. Я еще 10% скидки сделал, да? А это очень хорошая скидка, братишка. Ну, так ну, тут... Давай. Сюда вообще, да? Суки, красный, 50, вообще 50, тут меня надоели. Красный, цена ему вообще косар. И как брату отдают, да? Так, подожди, а куда там дальше-то, сука? Куда? Как там ну, спуститься? Ну ж ты, ёпта. Твоя хозяйка сейчас играет в GTA 5. Найс. Мечта хозяйки. Сын скилл-тестщик. Скилл-тестер. Есть дегустатор, а есть это, дегустаторы скилл-тестов, да? И твоя хозяйка мне написала, лол. Сука. Давай, ну-ка, есть, подожди. Есть. Нет, я перелетаю, лол. А, я понял. Ну-ка. Воу, наконец-то. Но это надо было сконцентрироваться и замолчать, а мой трипульта это по. Трепичный язык не способен на замолкание в районе 2 секунд и более. Поэтому я прошел наконец этот момент и иду дальше. Назад, Кристо. Давай, давай, давай. И чё, я перелетел, что ли, а? Всё, езжай до Чили. Кирюха, потеет, у него прям уже уши красные от наушников. Он дым. Да когда это я проиграл? Вообще уже, когда? Так, на Чилиат. Тормози, 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 тормози. Вот, вот, вот он момент, когда Саша да, учит людей тормозить, не, потом не стрём, Кирюха да. По его совету заходит в какую-нибудь гонку и приезжает 15-м, потому что когда-то Саша говорит, тормози, тормози. Сашок пьет у нас анти... тормозную жидкость. Тормозейку, да. Как ты узнал, да? Я не долетел там вообще чуть-чуть. О, а вон он где финиш, кстати. Классно запрятали, если бы еще здесь можно было нормально заехать. Давай, давай, не буксуй только, не буксуй. Аккуратно. Сейчас, знаешь, вправо-влево там. Да, сука, я перелетел, да, сейчас? Нет, нет. Да. Давай, 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 да. Давай, давай, да. Давай, давай, еду наверх, да. Еду наверх. Сука, какой ты, блин, ну не долетел, да, перелетел. Давай сейчас теперь влево-вправо еще. Давай. Так. Я пока пытаюсь представить в картинке, что там у Кирюхи происходит в голове. Вот представь, из дырочки в дырочку летаю. Нигерный. Бабник, однако. Да. О, как ему. Дырка должна быть одна. Во, вот сейчас должен долететь. Вот сейчас должен долететь. Ну, хороший скелтес, на самом деле, когда много дырок. Как и любой клип у рэпера, когда много дырок, хороший клип. Это знаешь, как это, как говорится, хорош тот ключ, который может открыть много этих замков. Чайных пакетиков. Или это разные метафоры, да? Которые можно открыть разными ключами. Разными метафорами. Да. Немножко минутка просвещения. Сука, тут еще взорваться же можно. Сука, волны, сука, волны. Сука, волны. Все, новый трек. Волны. Новый трек от MC Gambit Warpatch. Давай. Да, давай, давай. Зачитывай, тебе биточек дам. Ты знаешь, как будто лошадь сейчас такая? Да-да-да. И ты в маске в этой сидишь. Ой, а как здесь пройти, лол? Вай, буксуй сюда. Не-не-не, да, в другую сторону, вот так. Не-не-не-не-не-не, надо вылетать по-другому. Да-да-да, как так-то? Финишировать Алёша не может, вот, ну как? А, подожди, там, да, там загвоздка есть, короче, такая хорошая. Хорошая. А, я понял, где надо. Там нужно такой, там, найди бугорчик. Да я нашел уже, я не стою. Я вот всегда знал, как туда заехать. Вот самое тупое место. Да, да. И да, как до туда? А что там трупы? Да, вот здесь бери. Ну, сейчас тебе какой-нибудь вот... Он помешает. Я прошел это! Красавчик! Я могу этим гордиться! Пока нет своей жизни, я могу этим гордиться!
Кирюха пытался на этой тачке пройти этот скилл-тест. Вы что, серьезно? Поэтому я долго и проходил, ё-моё. Но тем не менее, ребятки, 34 минуты нам потребовалось для того, чтобы его пройти. И это однозначно заслуживает лайка, подписки на наших три канала. Ссылки в описании. На с вами был Такс, Варпач и Саша Фокс. До скорых встреч, ребятки. Удачи, пока. Всем удачи и покусики. Пока-пока, ребята.